Всем привет, с вами Сид. Продолжаем проходить ТАПС. Так, по традиции уже выполняем просьбы подписчиков. Так, и первая просьба у нас поставить 10 щитов спереди, 10 зипсов сзади них против 30 медведей. Так, хорошо, давайте тогда скупиться не будем, поставим хорошие щиты. Так, вот так. Наверное, буду поближе друг к другу ставить. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, теперь зевсов. Зевсов за ними. Так. Так. Хорошо. Ну, вроде все. Так, против 10 медведей. Медведи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. Сегодня какой-то странный сальто сделал. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Так. Да, ребята с щитами разлетелись просто как будто их и не было. А как так получилось, что зевсы отвалились? Очень странно. Молнии что, в них отскакивают или что? Не понимаю. Ну, пока зевсы держатся. Пока живы все зевсы. Но и медведи пока все живы. Да? Да. А нет, вот этот... А нет, тоже живой. Смотри-ка. Так, ну пока держится, ладно. Пока держится Зевс, и есть надежда на то, что они все-таки выстоят. Но мне почему-то кажется, что мишки победят. Не знаю почему, но мне так кажется. Так, вижу, что два Зевса лежат. Три Зевса лежат. Остались два мишки. Один мишка? А нет, два. Два мишки. Два мишки, два Зевса. Нет, три зевса. Вот это да. Это была неплохая просьба, да. Я думал почему-то, что мишки победят, но нет. Но нет. Здесь зевсы показали себя, это прикольно. Хорошо. Так, и следующее, что у нас было, это 5 катапульт против 2 мамонтов. Катапульты. Где у нас? Так, тут баллиста. Вот катапульты. 5 катапульт. Так. 2, 3, 4, 5. 2 мамонта. Значит. Раз и два. Хорошо. Так. Ну-ка. Успеют ли они еще раз выстрелить? Ну, давайте, стреляйте. Успели. Но что-то мне подсказывает, что здесь мамонты, конечно, одолеют. На бочину. А ты чего лежишь? Вставай. А этот уже мертв? Да, этот уже мертв. Катапульт у вас. Опять я сделал неправильные прогнозы. Я-то думал, что мамонты выигрывают. Но оказывается нет. Молодцы катапульты. Это было интересно. Так, ну что ж, хорошо. На этом просьбы закончились. И давайте приступим уже к основной кампании. Так, main menu. И. Что тут у нас? О, так мы еще меньше... Ох, как много тут. Это хорошо. Много не мало, так сказать. Ох, я вспомнил этот уровень, который я не мог пройти. Так, у нас 4000 денег. Что мы на 4000 денег можем себе позволить? Сколько стоит Зевс? Зевс стоит как раз-таки
Давайте поставим два зевса, просто ради интереса. Что будет? Насколько сильно они продержатся? А? Ну, пока они вообще никого убить не могут. Один зевс уже мертв, ну и второму жить тоже осталось, так сказать, недолго. Что мы еще можем сделать? А если поставить много лучников? Интересно. Так, много лучников. И много защиты. Пускай пробуют преодолевать мою защиту. А в это время их будут мои лучники бить. Так. Ну-ка. Давайте, давайте, ребят, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Минус мишка. Еще минус мишка. Остался только... Ребята, да вы молодцы. Вы, так сказать, да, дружной командой. Молодцы. Король такого не ожидал. Так, кто ты у нас? Ага. Интересно. Кого против тебя поставить? У нас есть 100 голды. У нас есть 100 голды. Мечник, как ты, стоит сотку. Хорошо. Попробуем поставить такого же. Посмотрим, что будет. Так, не уходи только далеко, красный. Стой. Стой, красный, стой. Да это не важно, ты... Я могу вообще, по-моему, никого не ставить. Очень странные уровни вот в этом плане, когда они... Угу. 500? А что, я могу себе позволить за 500 вообще? Быть может... Быть может, я могу себе позволить... Вот этого? Товарищи, пускай он просто их, так сказать, уничтожает. Ну-ка. Опа, еще давай. Давай, ну что же ты? Давай, шипы, шипы. Ну же, оп, промахнулся ты. Давай, хорошо. Чуть-чуть осталось. Только не иди за ними, пожалуйста. Не надо. Разворачивайся. Ага, молодец. Какие-то барды бесполезные. Они должны, так понимаю, водить с собой в обрыв. Но эти просто ходят. Они просто ходят рандомно по карте и ничего не делают. Очень странно. Ну вот, собственно, и все. Да. А у меня 4000. Мне кажется, я знаю, что надо делать. Надо ставить самых таких простых, не кучно, так сказать, чтобы они просто шли толпой с разных сторон. И с разных сторон просто атаковали эти тележки. Вот тут понаставим. Просто понаставим кучу целую. Их будет много, они не успеют всех убить. Даже вот сюда на крышу поставим. Вот сюда на дом. Пусть будет. Так.
Все, наконец-то у меня кончились деньги. Бо, бо. Ну и что? Ну и что? Да вам хана. Ну-ка бейте по ним. Бам! Бам! Ну, собственно, здесь ваша остановочка. Это да. Сейчас они до вас дойдут, не переживайте. Бейте, бейте, бейте. Все? Это было просто. А почему я никого не вижу? А мне кажется, или они все в, так сказать, в пещере? Просто, если они будут выходить в пещеру, они будут залетать обратно. Я прям предугадал. Я прям знал, что так будет. Ладно. Ух ты. С копьем, да еще и с щитом. 200 стоит. Ха. А если я поставлю такого? Ладно, посмотрим. Такой же на такого же. Если вот он сейчас сможет спуститься, почти. Красный. Что с тобой не так? Почему? Почему? Зачем? Ну почему ты именно такой неуклюжий? Блин. Так, ладно. Поставлю тебя подальше. Что-то должно поменяться теперь. Может быть, красный первым ударит? Оп. Так, так. Битва, гладиаторский бой. Да красный, что с тобой не так? Ты можешь выиграть его, пожалуйста? Почему ты слабже него? М? О. Мне кажется, сегодня он не такой, не готов к бою. Мне кажется, он не готов. Виктори. Наконец-то. Ну и взгляды у них. Очень странные взгляды. Просто посмотрите на это. Просто посмотрите на это. Ладно. А вы посмотрите, какую западню они сделали. Казалось бы, 5 человек, но нет. Здесь еще. И еще. И ведь немало. Крайне немало. Справятся ли с ними 2 Зевса? Вот это вопрос. Так, так, так. Хорошо. Хорошо, деритесь, деритесь, Зевсы. Деритесь, деритесь из последних сил. Деритесь, как никогда не дрались. От этого зависит ваша жизнь. Но, по-моему, нет. Да, уже один Зевс остался. Ни одного. Хм. Что же нам делать в такой ситуации? А если... А если поступить так же? Если сделать кучу лучников? Интересно, насколько они будут сильны? Ребят, вы как-то некомандно работаете. Как-то очень некомандно. Вот правда, прям некомандно. Ребята, послаженнее, пожалуйста, действуйте, послаженнее.
Вам нужно стрелять. Ладно. Ладно, у вас еще есть все шансы. Да убейте же его. Давайте, давайте. Напряженный момент какой, а? Да как же так? Деритесь, деритесь. Да вы что, с упора попасть не можете, что ли? Нет, ну это... Почему? Почему вы были так... Ах, я аж разозлился. Поближе вас поставлю. Сначала этих убиваете. Молодцы. Давайте командно работайте. Командно. Хорошо. Ладно. Пока справ... Быстрее, быстрее, быстрее. Стреляйте, стреляйте. Да что ж вы так медленно стреляете-то, а? Мне кажется, они с упора вообще попасть не могут. Они просто высекают их. Давайте же, давайте. Почему вы не стреляете? Ну убейте же вы его. Убейте. Да зачем вы стреляете в пень? В него стреляете. В колено, прям как в Скайриме. Ну же, ну же, пора, пора, пора. Я уже думал не справиться. Куда они там тебя? В пузо прям выстрелили. Хорошо. Напряженный был уровень. Я, по-моему, знаю, что нужно делать в такой ситуации. Да? А как-то так у меня получилось поставить туда. Ладно. Допустим. Я не уверен, что они будут сверху стрелять. Так. Кажется, у меня есть все шансы на победу. Еще раз. Еще стреляй, пожалуйста. Стреляй, стреляй, не стесняйся. Стреляй. Он застрял, он ничего не может. Бесполезный слом. Ну давай же. Бах. Какой живучий слом. Ну же, может это будет победный выстрел? Бах. Да, это победный выстрел. А ты что застрял тут? Бам. Давай еще. Прям в глаз ему. Дыц. Эпично. Но, если честно, даже немного жалко этого слона. Посмотрите, как у него зрачки двигаются во время того, как в него камень попадает. Он, по-моему, не понимает, что происходит. Ну же, какой же будет выстрел последним? Бедняга слон. Мне тебе жалко, но это война. Хедшот. Ему прям в голову попадает. Ну вот. Вот и все. Слон отмучился. Хм, что-то мне подсказывает, что надо поставить
Валькирий. Так, так. Пусть они своими птицами разберутся. А так они в них не попадают, смотри. Ну да, это была хорошая идея. Валькирии умеют летать. Это была отличная идея. Отличная идея. Так, мне дали 240. Кого я могу за эти деньги поставить? Пусть это будет три фермера с вилами. Может, они тебя заколят? Ух ты какой! Ну-ка, колите его, мужики, колите. Колите его. Виктори. Просто фермеры завалили викинга. Это эпично. А что это у нас здесь? Тележки. Тележки, значит, да? Давно не было, не было. Ой, что это я поставил? Давно не было короля. Поставим свиту королю. И здесь еще одного секретного, так сказать. И плюс, 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 пусть будет. Пусть будет один мечник. Погнали. Держитесь, короли, держитесь. Ой, что-то подзависло. Ну же, ну же, ну же. Почему они просто ездят и всех убивают? Будет ли драки? Драки, пожалуйста, ребят. Нам нужны драки. Короли остались одни. Выдержат ли они натиск? Ну, пока выдерживают. Этот вообще сражается один. У тебя что, ты не можешь вытащить меч? Это меч короля Артура? Но ты же король. Ты Артур? Они спасут тебя. Твои друзья короли спасут тебя. Молодцы. Люблю королей. Чаще всего они справляются со своей задачей. Шесть мечников. Больше никого нет? Секретиков никаких, на деревьях никто не стоит. Спасибо. Что же нам с ними сделать? Кого отправить? Быть может. Давайте-ка отправим два Зевса. И отправим священников, пускай они лечат этих Зевсов. Вот прям раз, два. Раз, два. И один, кому повезет. Погнали. Так. Ну же, стреляйте. Ладно. Пока, пока вроде держится. А, куда ж ты упал? Куда ж ты? Подымайся, Зевс. Зевс, вставай. Там что есть? Ух ты! Прикольно. Тут прям такая дорога, да? Интересно. Но Зевсы наши проиграли, конечно. Причем они никого не убили. Все живы. Ладно. Что же в такой ситуации сделать? Быть может, отправить секретное оружие? Товарищи короля и кучу священников.
Ну-ка, попробуем. Посмотрим, что получится, так сказать. Так, ребята, самое время лечить нашего короля. Так. Давай, король, бей их. Бей. Я камеру подальше сделаю, а то звук от этих лазеров, он такой очень громкий. Ребят, у вас не все нормально? Как вообще у вас дела? А ты чего? А? Ты, в смысле, щит поднять не можешь? Ты кашу мало ел? Давай, король, помоги им. Помоги им, дезертирам. Ух, как громко. Давай, король, давай. Виват. Прикольный мир. Вокруг. Вот текстурки я вижу. Разного вида. Ну что там? Долго еще с ними воевать мы будем? Ну наконец-то они переходят. Что ты тут делаешь? Давай, король, убей его. Надо, чтобы он отмучился. Ну же! Ура! Он это сделал. Он это сделал. Какая фоточка прикольная, наверное, получится. Ну хорошо, давайте посмотрим следующий уровень. Так. Серьезно, это все, кто есть? Так это же просто. Это ставится один Зевс. Мне кажется, один Зевс всех убивает. Один Зевс и куча щитовиков. Вот так вот, чтобы они просто не выходили. Ну-ка. Просто, чтобы они не выходили, так сказать. Вот. Давай, Зевс, давай. Давай. Товарищ Зевс, стреляй почаще. Ну что же ты, Зевс? Что-то не срослось у нашего Зевса. Ладно. Они, допустим, отсюда выходят, да? Почему бы нам не поставить? Катапульты. Вот так вот. Раз, два и три. Старт. Так. Так. Ну же, давайте. Давайте, стреляйте. Пора, пора, пора. Бам. Бам. Вот это хорошая была идея. Они все собирались к выходу. Щелк. Отлично, отлично. Это кто, шиповик, что ли? Шиповик. Кого я могу поставить за 300, чтобы он не подходил вообще к нему? Это хороший вопрос. Интересно. Крайне интересно. Если вот так. Кидайте. Понятно. Кидайте, пора. Пора. Дураки. А если их подальше поставить, чтобы они сразу не кинули, а кинули потом? Ну-ка. Так, он упал, это хорошо. Да что ж вы такие криворукие вообще? У меня просто слов нет.
как там можно было промахнуться по нему. Если я сделаю все точно так же, мне интересно, как пойдет бой. Если я ничего не буду менять, есть ли здесь элемент рандомности? Теперь они справа от него выстрелили, вы это видели? Еще раз, мне просто интересно, что будет. Как они на этот раз промахнутся? Ну-ка. Да неужели? С этого раза вы-то наконец-то справились. Вот. Ну что ж, хорошо, на этом закончим. Думаю, хватит. Что ж, оставляйте комментарии, если хотите, чтобы я еще что-нибудь сделал в песочнице, кого-нибудь против кого-нибудь поставить. Обязательно сделаю. О, копье в полете. Вот. Хорошо, оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи!